Приветствуем всех! Мы семейная пара Лилия Донскова и Булавцев Михаил. Немножечко расскажем о себе. Мы из города Саратов, ведем активный образ жизни, мы очень любим спорт, это велосипеды, сноуборды, коньки, природу, путешествия. И мы это активно транслируем в мир, то есть мы вовлекаем друзей, знакомых, родственников. И нам очень нравится, когда улучшается качество жизни у людей. А также мы ведем бизнес. Работаем в сетевом маркетинге и активно развиваем свой интернет-проект. У нас огромная дружная команда по всей России и за рубежом. И наша команда – это наша активная, надежная, большая семья. Мы всегда находимся на связи, и поддержка и помощь круглосуточна. Мы строим совместные планы, все время придумываем что-то новое. И вот когда мы услышали эту идею о видеомарафоне, это буквально вот прям сегодня ночью, то мы сразу так, я говорю, идем? Конечно, идем. Да, мы решение приняли незамедлительно. Почему? Ну, вы сами понимаете, сейчас все в интернете, и мы работаем в интернете. И просто вот научиться транслировать свои мысли, идеи посредством коротких видеороликов, это очень важно. Второе, нам очень понравилось, что собралась огромная команда. Мы как посмотрели, вся Россия, разного возраста. Конечно, это очень интересно поучиться у других людей, обменяться там с опытом, каким-то знаниями. Конечно же, мы хотим найти единомышленников. Вот, это наши такие задачи. Еще что? Ну и просто позитивно, да, подравиться, вот это вот необычно. Для нас это вообще новое, первый раз. Поэтому очень интересно будет проявиться, выложиться на всю катушку, выполнять задания, снимать ролики и так далее. Ставить планы, обязанности. И мы очень любим мечтать. У нас огромные планы, и мы уверены, что все наши мечты осуществятся. И данные мечты помогут большому количеству людей стать счастливыми, так как, помогая другим людям найти их мечты и осуществить их, мы становимся по-настоящему счастливыми. Ну и мы хотим пожелать всем участникам игры, всем, кто будет смотреть наши видеоролики. Первое – это позитив, энергия и мотивация, чтобы вы могли, вот, используя наш опыт, наш пример, достигнуть своих целей, своих планов. И, конечно же, мы вас поздравляем с началом года, и вообще классное начало, то, что он начинается с такого крутого видеомарафона. Ну и мы, конечно, надеемся, что это поможет в развитии нашего огромного проекта. Да? Конечно. Ну что, всем пока, до встречи. Если вам видео понравилось, знаете, что делать. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делайте репост себе на стену. И до скорых встреч уже в следующем видео дня. Пока-пока. Пока.